сегодня исполнял две своих песни, «Красивая» и «Хочу любить вечно». А кто автор? Автор всех своих песен в исполнении моей. Все я, и музыка, и слова, все пишу сам. Здорово. Скажи, пожалуйста, давно этим занимаюсь? На сцене я с 13 лет. Впервые вышел на сцену в составе студии «Ласковый май». Это было в 1990 году. Одноклассников, ВКонтакте,